Здорово, народ! С вами группа Suicider в очередной раз. Мы приезжаем спустя, я не помню, сколько лет. Много. 3 года. Дофига лет прошло, да. Мы приезжаем со своим новым альбомом. Будем его презентовать. Будет много мерча, много дисков, плакать, сколько говна. Возможно, футболочки привезем, не факт, конечно, но будет еще один сюрприз. Вы очень часто нас просили сыграть одну песню на последних концертах. Мы ее почему-то не играли. Возможно, я не уверен, конечно, но возможно, в этот раз мы ее сыграем. И скоро вы сможете увидеть наш новый клип на композицию 2012, который мы отсняли этим летом и частично осенью. И надеемся, что он вам понравится своей мрачностью и безысходностью. Каждый, у кого будет наш последний альбом в физическом своем формате на концерте, может получить добавок к нему еще плакатик, зажигалочку, кружечку, а не кружечку, вряд ли. Ну и куча мишуры, там, блин, значки, блин, прочее, говно, ну там, блин, всю херню, блин, короче, вот так вот будет. В качестве специального гостя с нами будет выступать Роман Немцев, который будет заменять временем нашего басиста Павла. До встречи на концерте!